ароматная и вкусная овощная запеканка в духовке. Для ее приготовления нам понадобится немного овощей и полчаса свободного времени, и результат – вкусное блюдо на обед. Великолепную запеканку из цветной капусты и помидоров довольно просто приготовить. Сначала слегка отварите капусту в смеси воды и вина, на сковороде обжарьте лук, чеснок и красный перец, порежьте помидоры и укроп, потрите сыр, в смазанную форму для запекания выложите капусту, добавьте специи, затем разложите помидоры и обжаренные овощи, дайте блюду 20 минут запечься в духовке, затем посыпьте укропом и сыром и верните в духовку еще на 25 минут. На стол подавайте в горячем виде с соусом по вкусу и белым хлебом. Приятного аппетита! Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Разберите капусту на соцветия, проварите 3 минуты в кипящей смеси воды и вина, откиньте на дуршлаг и дайте стечь лишней жидкости. Порежьте белую часть лука-порея, красный перец, потрите чеснок, обжарьте лук на сковороде, затем добавьте перец и чеснок и протушите под крышкой 10 минут на слабом огне. Смажьте форму для запекания, выложите капусту, добавьте специи и соль по вкусу, сверху разложите дольки помидоров. Сверху распределите обжаренные овощи и отправьте в разогретую до 220 градусов духовку на 20 минут, затем посыпьте блюдо измельченным укропом и тертым сыром, верните в духовку еще на 25 минут до образования румяной хрустящей корочки, на стол подавайте в горячем виде с соусом по вкусу и белым хлебом. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Вот из чего готовим блюдо. Цветная капуста, 1 штука. Красный сладкий перец, 1 штука. Лук-порей, 1 штука. Помидоры, 2 штуки. Веточка укропа, 3 штуки. Чеснок, 2 зубчика. Сыр, 150 грамм. Сливочное масло, 2 столовые ложки. Белое вино, 3 столовые ложки. Соль, специи, по вкусу. Количество порций, 4. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Удачи!